Скажи, ты здесь видишь страшных чудовищ? Да! Гадалья! Добрый день, в эфире снова рубрика «Идем в кино». С вами, как всегда, Александр Комлев. И Любава Словолюбова. Да. Обо всех киноновинках в ближайшие 3 минуты. Могла бы и я это сказать. Попс. На этой неделе на больших экранах самый гадкий из гадких возвращается вновь. И это часть вторая. Пока Грю живет мирно, он же, кстати, бывший злодей, даже занимается каким-то бизнесом, крадут его любимых миньонов. Ну, а все подробности и кто же такие миньоны уже на этой неделе в кино. Спокойной ночи, Эдит. Спокойной ночи, Марго. О, подожди минутку, это кому-то ты смсишь? Эйвори. Эйвори? Эйвори, это мальчик или девочка? Какая разница? Абсолютно никакой, если это девочка. А вот и мальчик сразу видно. Неужели? У тебя голова гладкая. А, да. Я смотрю на нее и представляю, как оттуда вылупится маленький цыпленочек. Пи-пи-пи. Сладких снов, Агнес. И обещай не взрослеть. Ты и правда спасешь мир? Еще как! Грю снова в деле! Классная тачка! Гаджеты! Что говорите? И оружие! Гадкий я 2. Мы, Миллеры. Саш, ты чего? Мы же в начале рубрики сказали, кто мы и что мы. Да угорай я, ты же знаешь, о чем я. Ну да. А, ты о своеобразной компании людей, которых не связывает общая фамилия ни в коем случае, а их связывает общее, очень важное дело. Правильно? Друзья, да, ну и о всех событиях уже на этой неделе в кино. Ола, я тут посылку забрать приехал. Значит, мы украли у наркоторговца. Вы умрете, всей семьей. Да мы не настоящая семья! Моя жена дешевая стриптизерша. Тогда докажи. Прояви уважение, она твоя мать. Мы рассказали вам обо всех киноновинках, теперь немного о еде и о том, где и как можно провести время. Летняя терраса открыла свои двери и ждет вас, готова порадовать вас новым меню на углях, концертом мировых звезд на большом экране, ну и, естественно, живой музыкой. Ну и напоследок, напоследок наши явки и пароли 340-320, это наш автоответчик, да. Страница в интернете мир56.ру, ну и, конечно же, группа ВКонтакте, которая так и называется «Кинотеатр и мир». И именно эту видеоверсию смотри уже там. У тебя мысли бегут быстрее, чем нужно. Увидимся где? В кино!